Бобры – отклонения от здравомыслия. Также могут быть специфические, узкопрофильные, появившиеся в результате некачественного образования. Например, у части математиков особые взаимоотношения с числами. Такие математики на полном серьезе полагают, что существуют отрицательные количества, или что расстояние состоит из чисел, что числа существуют в природе, из них может что-нибудь состоять. Персональные отклонения от здравомыслия ректор МГУ Виктор Садович, математик со стажем, демонстрировал на программе Познера, обнаружив прямо на столе у Познера множество чисел. Какой 1-2? А вот это один стакан. Да. Что вот, тут? Да, какая да. вера? Вот. Могу пощупать его. Нет, это все-таки абстракция. А вот это вот с вами вот. 2 стакана. А вот что между ними? Вот здесь между ними бесконечно. Здесь есть рациональные, иррациональные. Здесь целый континуум чисел, которые мы не можем... Какой 1-2? Видеть невидимое – это свойство... Ни одного Садовничева, это общее свойство многих математиков. Но физики, например, знают, что никаких чисел между двумя точками в пространстве нет. В природе существуют только объекты и величины. Даже вырезанная из металла цифра 8 никаким числом не является. Это всего лишь физический объект соответствующей формы.